Короче, под этим видео напишите советы в комментариях. В общем, в двух словах, смотри. Я работаю в Валберес, дальше я более подробно объясню. Туда приходят разные люди, и как бы я являюсь представителем, но они видят меня вот по пояс, как бы. Да блин, это уже не в двух словах. Короче, мой сменщик, я вот только сейчас понял, почему он с длинными волосами и всегда там, и в футболке Металлика, а нет, Кипелов там или еще что-то, ну, короче, русский рок, металл там. Потому что он, я только сейчас понял, до этого у меня до этого дела не было, потому что он хочет привлечь к себе, ну, допустим, девушку, которая тоже слушает русский рок, Кипелова. Ну и вот. Он выбрал универсальное, Металлика. Типа, понятно, что он нефр. И там, если девушка такая, она с ним познакомится, придет. Если она потенциальная такая, то есть шанс познакомиться. Беспроигрышный вариант. У меня же ситуация такая, смотри. Посоветуйте, какую мне футболку выбрать. Это, конечно, смешно. Ну, понятно, короче, это смешно. Ну, давайте, серьезно. Вот я хочу футболку, я выбрал, короче, футболка Make Emo Great Again, то есть сделаем эмо снова великим. Потом группа Placebo, ну, где Брайан Молко выступал, где Брайан Молко солист, там написано Placebo, Placebo на английском. И кепка с прямым козырьком с надписью Slipknot, но мне кажется, нафиг мне кепка не нужна, потому что сейчас осень начнется. Какую футболку выбрать? Потому что, смотри, эмо уже как 20 лет никто не помнит. А, можно, кстати, Lil Peep футболку. Может, есть еще те, кто Lil Peep'а помнят. А мне кажется, это очень узкая такая прослойка людей. Никто из них даже не придет на Валберес. Я же не буду футболку, допустим, с надписью «Я художник Александр Аленин». Потому что это как-то странно, глупо. Вот мне нравится группа Placebo. Мне нравится эмо музыка. Но видишь, вот этот вот сменщик мой, он, кстати, сталинист, он, короче, самый беспроигрышный вариант выбрал, то есть просто нефр в берцах, там, заправленные штаны одинаковые всегда, футболка с надписью «Металлика» или там «Кипелов», или как там, что-то подобное, то есть беспроигрышный вариант. Но я-то не хочу девушку, или, ну, не хочу, которая русский рок слушает. Я хочу, которая эмо слушает. Которая Placebo слушает. Но просто видишь, есть такой стереотип, что Placebo слушает только не натуралы, типа. Ну, вот я исключение. Посоветуйте, какую футболку с какой надписью выбрать. Может, Lil Peep. Потому что Lil Peep, он был... Вот эмо загнулась в 2007, там, 2010, а Lil Peep был в 2016-17 популярен. Я очень уважаю Lil Peep'а. Кстати. Ну, просто если там будет, например, Lil Peep, его... Ну, хотя да, можно футболку с Lil Peep'ом. Но просто я хрен знает, кто слушал Lil Peep'а. Я ни с кем из них не общался. Может, это какие-то стрёмные девахи. Я не знаю. Ну, она, может, скажет: «О, Lil Peep, помню, я его слушала. Классный был чел там, типа, максимум, что может быть». Но у этого чела максимально беспроигрышный вариант. То есть
Неф, девушка, которая слушает русский рок, видит его и сразу понимает, это свой человек. У меня же другая тема, я слушаю эмо, кор, пост-хардкор, мидвест эмо, Пласибо, Лил Пипа. Я не буду футболку с Сектор Газа, потому что я... Ой, не Сектор Газа, а... Сектор Газа я в детстве слушал, отец включал. Футболку с этим... С... Цоем, потому что я... Все его песни наизусть знал, когда мне было 19-20 лет. После этого я перерос это. Поп-панк. Может быть, посоветуйте какую-нибудь группу популярную поп-панк, которую слушают. Ну, например, «Пошлая Молли» нельзя делать такую надпись, потому что это украинская группа, и могут, типа, проблемы какие-то возникнуть из-за вот этой всей темы. Да я «Пошлая Молли»-то особо не слушал, но, в принципе, нормальная. Они были популярны, но потом все, прекратилось это. Я не знаю, кого сейчас слушают современные девушки, там, неформалки. Посоветуйте. Как мне, что мне, какую надпись, что, или, может, Ван Гога, там, автопортрет. Но можно автопортрет Ван Гога, но... Ну и что? Ну художник, и что? Ничего это не говорит, не скажет им об этом. Я вот как-то курил, там девушка шла с рюкзаком автопортрет Ван Гога. Я сказал, ой, я тоже художник, там это. Ну и в итоге мы никак не разговорились, ничего. Ну просто уважительно поговорили и все. Перекинулись словами и все. Дальше никак не зашло, потому что это слишком обобщенно. Вот у него, например, беспроигрышный вариант, то есть... Ну, я как бы, не знаю, может и его примеру последовать, но я просто реально... Я не слушаю «Металлику», я не слушаю русский рок, там... Вот, посоветуйте что-нибудь там...